Сначала назови свое. Свое имя назови. А, понятно, прикольно. Я-то думал, когда это все будет. А то они же с самого начала не спросили. Продолжить. You entered douchebag, is that correct? Что? Сука. Are you sure you want to keep the name douchebag? Окей, давайте попробуем в обраточку пойти, типа что я не douchebag. Very well, douchebag. You now choose a class. Fighter, mage, thief, or Jew. О боже, я хочу быть евреем. Так, я либо маг, либо воин. Маг, вор, еврей, воин. Значит, смотрите, в готике у нас воин. Так, я предлагаю либо еврей, либо вор. Судя по всему, еврей это хиллер. Еврей, бери, я предлагаю еврей. Он говорит, еврей, да? Кажется, мы никогда не станем друзьями. You look sneaky enough to be a thief. У тебя ты достаточно... Выглядит достаточно подло для вора. Like wizard, cool. Маг это как визард, только не такой прикольный. A fighter has courage, honor, and the ability to kick fucking ass. Хорошо, you, еврей. Huh? So I guess we'll never really be friends. Окей, еврей, я буду евреем. Ты уверен, да? Welcome to the KKK douchebag the Jew, who probably can also handle our finances. Он станет нашим щитоводом. Now please go and visit the weapon shop. Теперь procure yourself a weapon себе. And we shall teach you to fight. Баттерс, я хочу с Баттерсом поговорить. As court paladin, я придумал паладин, я не сразу не выиграю, так что приношу почту. Копирую уже у Клайда. Так. А у меня сразу еврей и шапочка, все как полагается. Ермолочка. Прежде чем у Картмана даст себе первое задание, купи оружие у Клайда, поговори с Картманом. Купить оружие у Клайда. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? За $2? Rumors? Нет, не хочу. Пошел в жопу, купить. Так, оружие. Скотина, вот ты уже... Don't let it bother you that there's a game to be played. Еврейский посох, ага. Они все стартовые, типа. 11-16, клинок воина. Очков мощи, предельно на горящую цель. Плюс 5 урон за каждый полученный тобой отрицательный сила мучений. Они, евреи, они же выносили мучения, поэтому сила мучений. Жесть, господи. Господи, боже мой. Купить, господи, вообще нету. You kids checked out everything in my backyard. Hardcore gamer, wow. Hardcore gamer, wow, купить. Ah, a lovely purchase. A lovely purchase. Назад. Имидж, оружие на ремнях. Пока консюмблс не будем никакое брать. Идем в инвентарь, идем в оружие. Еврейский посох. Взять с собой. Он еще посмотрел так. Недобро. Священная ярмолка, уровень 1. Получая один урон при получении урона, получая 10% меньше урона при стекании кровью, плюс 5% урона при стекании кровью, бородка злобного Картмана. Великолепно, полосы под глазами. Акама Гейшмар. С новейшей графикой самым жестоким играм 2001 год. Вилка, ржавая труба. А, ты раздобыл оружие, клево, пробуйся тебе искусство боя. Теперь вы подвели свое оружие. With the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. Отмудохать Клайда. Окей, погнали. Тебя слышно плохо. I'm gonna kick your ass. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like the middle ages time. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Так, блок. Клайда блок. Нажми на левую кнопку мыши, чтобы родиться, затем левую кнопку на выбранную цель. Еврейский посох. Атаковать еврейским посохом Клайда. That all you got? Oh my god, it's butters all over again. Это okay, опять look, как с Баттерсом. Try putting your back into it in the last possible moment. Ага, понятно, я типа засал его атаковать. Я не хочу его атаковать. Try again. Focus right before you strike. Так, берем.
Alright, fuck it, one more time. You can't possibly be the same. Так. Нажми на Когда твое оружие начнет мигать, нажми левую кнопку мыши, чтобы атаковать. А, понятно, мне надо было. Okay, so you are that name. Let's just keep ahead. Alright, Clyde's wearing armor. Это я тупил. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Окей. Я понял. Я понял. If that was a power attack, how come Clyde isn't crying? Let's go! Я понял. Power attack. Ага. Heck! Super weak, dude. Отстойся, даже не смотря то, что я видел. Пойдем дальше. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bows. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bows. Как, чтобы поставить блок, нажми правую кнопку мыши, когда увидишь индикатор пробел. Prepare yourself. А, не успел. No, I said protect. Protect your bows. Protect your bows, я понял, хорошо. Правую кнопку. This is unblockable. То есть не надо успеть. О, охренеть. Это реально тяжело, блин. Ты уже намного лучше, чем надо. Блокировка мешает на нее устранять полностью уровень нанесенной атакой пробел. Блин, ну нифига это тяжело. Alright, it's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name for this fucking snake, Clyde, asshole. I'm the king and I say it's PP. It's PP, okay, use хорошо. Use your Jew ability to make Clyde pay for insulting the king. Так, способности. Проща Давида бросает первый камень в любого из врагов. Если прием выполнен идеально, врагу наносит больше урона, но если допустить ошибку, то можно пораниться самому. Жми АД как можно чаще, а затем нажми левую кнопку мыши, чтобы выстрелить. Так, выбираем Клайда. Проща Давида. Классно, ты ему стер лупу, что он теперь делает. Так. Не успел заблокировать. Ой, боже. Так, еврейский, давайте еврейским посохом его убивать. А, я понял, хорошо. Я чуть не подавился. Хапа, ты что-то тупики совсем у вас. Победа, опыт плюс один. Встретиться с Картманом в его палатке. Сейчас.